Даже в дождливую погоду новая детская площадка у дома номер 3 по Печорской привлекает внимание ребят. Игровую зону с антитравматическим покрытием здесь установили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Жильцы дома на собрании, оформляя заявку, выбирали, чем именно наполнить площадку. Выбор был между спортивной зоной и детской. С итоговым решением не прогадали. Особенно после вечерами, когда после школы, приходит очень много людей, не только с наших домов, но и с соседних, которые действительно здесь играют и довольны. А между домами 3 и 3А по Печорской по той же программе сделали проезды и организовали несколько парковочных карманов. В дальнейшем у жителей планы разлиновать парковку, обозначить постоянные места для инвалидов и согласовать установку шлагбаума, чтобы в часы пик двор не забивался посторонними машинами. Жители обещают поддерживать красоту во дворе и украсить его цветами. Я думаю, что у нас все на следующий год получится. Будем стараться. Жители тоже стараются, они следят. Я когда, например, в отъезде где-то нахожусь там или за городом, они обязательно мне перезванивают, сообщают, что да как. Работы на каждом этапе от оформления заявки до приема работ находятся под контролем районной администрации. К процессу активно привлекают и жителей, которые сами решают, что им нужно сделать в первую очередь, и общаются с подрядчиками, если есть вопросы или замечания. Мы привлекаем к участию, привлекаем к приемке. Ну а уж про реализацию проекта, я имею в виду формирование самого проекта, эскизов, ну тут даже не обсуждается. С этого все начинается, и с инициативы жителей, предложений их, а дальше мы уже просто формируем в более правильную оболочку это все, в правильный проект, для того, чтобы это все прошло и было гарантированным участником проектов. Всего в Октябрьском районе в этом году 3 двора отремонтировали по федеральной программе формирование комфортной городской среды. Еще в 9 дворах выполнены работы по ремонту проездов за счет средств администрации Октябрьского района. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.